Здравствуйте, в эфире «Твой островец», в студии Дмитрий Королевич. Сегодня в программе. Оцифровали братскую могилу в Гудагае. Островечина принимала республиканский автопробег «Символ единства». Они защищают родину. Белорусский союз офицеров отметил 30-летие. Перезимуем без проблем. В Островецком районе продолжают пополнять стратегический запас овощей. День без автомобиля. Жители Островца узнали артериальное давление и обучились скандинавской ходьбе. Единый день безопасности. Профилактическую акцию МЧС в Островце завершили эвакуация в торговом центре ЗАМИ. Происшествие недели в рубрике «Не повторять опасно». В Беларуси продолжаются мероприятия, приуроченные Дню народного единства и Году исторической памяти. Традиционно и масштабно отметились патриоты Беларуси. При поддержке Федерации профсоюзов еще накануне праздника активисты объединения запустили автопробег «Символ единства». Он охватит все 118 районных центров страны. Уже объехали памятные места в Великой Отечественной на Витебщине. С 22 сентября патриотическую эстафету приняла Гродненская область. Хлебом с солью гостей встречали в четверг на границе Сморгонского и Островецкого района. К республиканской автоколонне присоединились патриоты из города энергетиков. Представители власти и общественных объединений, силовики, педагоги, медики, аграрии, ветераны труда и молодежь. Десятки людей самых разных возрастов и профессий в очередной раз гордостью подняли государственные флаги и обозначили свою позицию движением «Вперед к единству». Для молодежи символ единства – это в первую очередь, наверное, наш с вами пример. Вот тот пример, который мы сегодня демонстрируем на автопробеге. Да, мы все едины, все организации сегодня собрались вместе. Мы с представителем белорусской пионерской организации еще раз подчеркиваем, что единство – это залог сегодня патриотического воспитания молодежи. Что для молодежи единство? Это в первую очередь, наверное, одинаковый взгляд на развитие нашей страны. Одинаковые ценности для каждого из нас. Уважение к своей стране. То есть вот сегодня мы проехали с вами, показали еще раз, какая красивая символика у нас на машинах, какие красивые просторы в принципе вокруг нас. И мы должны с вами быть едины, в первую очередь, в мыслях. В мыслях и любви к своей стране. Белорусский народ – это мирный народ, это народ, который хочет жить в дружбе, в мире, со всеми своими соседями и со всеми людьми. Сегодня проходит Генеральная ассамблея ООН, где наш министр иностранных дел еще раз подчеркнул, что мы, белорусы, мирные люди. И я думаю, что для каждого человека вот эти слова не просто слова. Мы действительно хотим жить в мире и дружбе со всеми. Даже несмотря на все раны, которые оставила история в судьбе нашей Родины, автопробег по Гродненщине особенно символичный. Почти два десятка лет область находилась под польским режимом. Полстраны в один момент разделили Рижским мирным договором 1921-го, даже не спросив у белорусов. Осенью 1939-го под натиском Красной Армии граница исчезла. Восток и Запад Беларуси снова зажили, как одна семья. Сплотившись, страна выстояла и в годы Великой Отечественной. Посетить памятные места войны – важная традиция автопробега. После того, как патриоты Беларуси проехали колонной по городским улицам, остановку сделали в Гудагае. О месте, где фашисты организовали концентрационный лагерь «Сталаг-342», сегодня напоминает братская могила, в которой покоятся около 300 солдат. В ходе митинга участники республиканского автопробега посетили память погибших героев минутой молчания. К мемориалу возложили живые цветы. Знать и беречь свою историю – священный долг каждого белоруса. Большую работу по сохранению исторической памяти проделывают в Гудагайской школе. Школьный музей – один из самых уникальных в Островецком районе. Книги, документы, фотографии, вещи, техника, инструменты. В фонде сотни уникальных экспонатов. Основная часть советского периода, которая показывает, как жили наши предки в послевоенные годы.
Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, школа ведет колоссальную научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу. Проводит музей и масштабную поисковую деятельность. Благодаря усилию педагогов и детей уже удалось установить немало имен погибших военнопленных «Шталага-342». Правда, о военных событиях в Гудагае теперь будет знать и вся страна. У братской могилы патриоты Беларуси установили табличку с цифровым QR-кодом. Это отсылка на тексты и аудиозаписи об истории памятного места, воспоминания участников и очевидцев войны и зверств фашистов. И факты из архивных документов. Идея навеяна была «Поездом Победы». Есть такая экспозиция, которая на протяжении 8 вагонов, наверное, она представлена. И путешествует этот поезд уже несколько лет по всей России. И в прошлом году буквально он приехал в Беларусь. И уникальность его в том, что рассказ ведется от лица молодой девушки. Она рассказывает, как она попала на железную дорогу, как она попала на фронт. И все это в такой непринужденной форме. Рассказ этот ведется от первого лица. И это очень сильно ценно. Цепляет. Вот там экспозиция и вообще вся экскурсия длится порядка 40 минут, она пролетает на одном дыхании. И мы решили это воплотить по всей Беларуси, вот, включая наши аудиозаписи в тот контент, который мы размещаем на сайте, на страничку которых можно перейти по QR-кодам, вот, собственно, который мы сегодня тоже установили, оцифровав один из первых памятников вот, сегодня у вас в районе. В ходе автопробега, который продлится до конца ноября, патриоты Беларуси намерены цифровать порядка тысячи исторических объектов во всех уголках страны. Среди новинок и нынешний символ единства. Во время патриотического путешествия по Беларуси активисты соберут символичные, объединяющие элементы в виде шестеренок для того, чтобы показать, что все мы – единый механизм и не можем существовать друг без друга. Собранные макеты из 118 районных центров Беларуси представят в декабре в Минске. Бывших не бывает. Белорусский союз офицеров отметил 30-летие со дня образования. Сегодня в рядах общественного объединения почти 13 тысяч человек. Все, кто служит, служил или находится в запасе. Первичка Остроецкого района – это почти 130 офицеров и прапорщиков. Лучших по случаю праздника наградили юбилейными медалями. Ребята, я хочу, чтобы присутствующие в зале учащиеся брали пример с нашего старшего поколения. Торжественная церемония прошла в средней школе номер 3. За верность Родине, мужество и активную работу в рядах офицерского союза юбилейную медаль объединения получили майор запаса Геннадий Бычко, воин-афганец Владимир Драгон, зенитчик в отставке Олег Тухта, бывший военком района Владимир Андрей Алович, выпускник военной кафедры Александр Иванцевич, действующие офицеры военкомата Сергей Дембовский, Григорий Демидович и Дмитрий Богуславский и ветеран-артиллерист Станислав Савицкий. Всего в райсовете БСО сегодня почти 130 человек. Ряды готовы пополнить офицеры и прапорщики из гвардейского полка ПВО и части внутренних войск. Руководит же Островецкой первичкой уже 12 лет экс-начальник резервной заставы погранкомендатуры Гудагай Иосиф Грамбовский. 30-летие – повод подвести итоги и обсудить предстоящую работу. А задач немало. Офицерский союз работает по многим фронтам. Главное – это поддержание надлежащей обороноспособности страны. Пусть многие уже и не в строю, но опыт всегда в национальных интересах. Неспроста говорят, офицеров бывших не бывает. В приоритете работы Белорусского союза офицеров и вопросы гражданского и патриотического воспитания молодежи. В условиях ведущейся информационной войны как никогда важно подготовить новое поколение патриотов и защитников Отечества. А еще Союз офицеров стоит на страже истории, которую пытаются сегодня исказить и переписать. Не случайно темой концертной программы на юбилее стала Великая Отечественная война. Не случайно и место торжества. Средняя школа номер 3 сегодня – пример военно-патриотического воспитания молодежи. На базе учреждения создан клуб «Единство». 30 кадетов, в числе которых и девушки, занимаются по специальной программе при поддержке войсковой части 74-34. Эти юные патриоты – пример того, как надо любить родину и быть готовым стать на ее защиту. Очень большой промежуток времени потерян. Люди
та молодежь, она, вот которая была в 90-х годах, ушел белорусский, ушел комсомол, не было пионерии, не было еще, не организовался БРСМ, других молодежных организаций, которые работали, патриотические организации. Они просто-напросто выпали, это поколение выпало из поля зрения агитационной работы, патриотической работы, воспитательной работы. Мы не имеем права на данном этапе пропустить эту молодежь, та, которая в настоящий момент ходит в школу. А что касается работы, то Белорусского союза офицеров, она очень многогранна. Еще раз хочу поздравить всех офицеров, военнослужащих, тех, которые в настоящий момент несут службу, тех, кто в запасе, тех, кто в отставке. Всех с праздником. Днем 30-летия образования нашего общественного объединения «Белорусский союз офицеров». С праздником, мои уважаемые! К новостям с полей. Аграрии района активно продолжают осенне-полевые работы. Завершается сев озимых зерновых и пахота. Еще немного и уберут на село с кукурузу. Остались площади под зерно. Урожаем царица полей радует. Этот год в целом благоволит труженикам села. Зимой будем не только с хлебом. В районе пополняется стратегический запас овощей. Будут на столе и драники. Второй хлеб в этом году тоже уродил. Картофель посадили сельхозпредприятия Гудага и Гервяты. Копают почти 400 центнеров с гектара. Уборку культуры обычно начинают в конце сентября. Главное – управиться до мороза. В хозяйстве Гудага уже 90% от плана. Вторым хлебом засадили 82 гектара. Копают как вручную, так и с помощью прицепных агрегатов. Картофелеуборочные комбайны тянут по самым чистым полям, где растет сортовой картофель. Этот копает манифест. Розовым картофелем гудагайцы засадили 40 гектаров. Вкусный и высокоурожайный сорт. С одного куста можно собрать 20 клубней. Центнеров 400, может, 380. С гектара, да? С гектара, да. Как еще картошка, как процесс? Ну, ничего, погода позволяет, нормально. День, если камней нема, можно скопать и 3 гектара, и 2. Смотря, как попадешь на який поле. Все зависит от поля. То есть этот комбайн заменяет труд, если вручную копать, сколько их людей идет? Человек 70. Где-то вот так. Вот вам и цифры для сравнения. В день 40 рабочих копают 30 тонн, комбайн 70. Можно и больше, но есть много но. Захват у картофеля уборочного комбайна всего 2 борозды. И не разгонишься, скорость максимум 5 км в час. Но больше всего тормозят процесс камни. Кроме того, что это самая частая причина поломок во время уборки, их еще нужно не пустить в бункер. Картошечка к картошке, а камни за борт. Транспортер сканирует несколько глаз и рук. Не проскочит даже самый замаскированный под картофель камешек. Помощники тщательно перебирают клубни прямо на ходу. В таком тандеме люди-техника работают в поле минимум 10 часов в сутки. На уборке второго хлеба не нужно ждать, когда с полей спадет роса. Гудагаю осталось убрать меньше 10 гектаров. В Гервятах из 40 гектаров убрали половину. На сегодня уже заготовлено более 3000 тонн картофеля. Это так называемый стабилизационный фонд района. Купить островецкую бульбу можно будет и на Октябрьской ярмарке. Не останемся в межсезонье и без сахара. Хотя из-за фейков в интернете этот продукт летом уже не раз был в топе горячих новостей. Нам тоже приходилось бороться с паникой. Ездили по магазинам, показывали людям забитые сахаром полки и стеллажи. Не подорожал, не пропадал и не пропадет. Нынешний урожай сахарной свеклы в стране выше, чем в прошлом году. Сейчас главное – оперативно корнеплоды убрать и переработать. Сахарные заводы в Слуцке, Скиделе, Городе и Жабинке заряжены. Госзаказ качественно и в срок готов выполнить и Островечина. Сахарную свеклу в районе посадили почти на 1700 гектарах. Убрано 20%.
В КСУП Гудагай насадку культур отвели 355 гектаров. Год для свеклы хороший, теперь аграрии рассчитывают на рекордный урожай. Побить свои рекорды готовы и механизаторы. За сладкую жизнь в Гудагае отвечает Виталий Милейша. Механизатору всего 34, а опыта не занимать. В профессии, доставшейся по наследству от деда и отца с 2005 года. В этот раз есть и с кем поделиться опытом. Помощник на уборке молодой специалист Александр Змитрович. Городского парня в поле подтянуло корнями. Отец жизнь посвятил сельскому хозяйству. Работает водителем на том же предприятии. Каждый год один из первых тысячников на перевозке зерна. Змитрович-младший в хозяйстве не отработал еще и полгода. В мае выпускник Ашмянского аграрного колледжа прошел практику на мехдворе. Летом уже помогал комбайнеру молотить зерно. Теперь вот 18-летнего слесаря поставили на свеклу. Отвечает за исправность комбайна. Работа заключается смотреть, чтобы все было хорошо, чтобы нигде камни не застревали в роликах, например. Очистить с утра, там, промазаться, ну, заменить капачи, ну, так, по мелочам еще там. Когда есть интерес, тогда все интересно. И работа хорошо идет, и легко работается. Выбрал такую профессию, как говорится, яблоко от яблони далеко не падает. Отец работал в колхозе, ну, вот ты меня сюда потянул. Да, яблоко далеко не упало в буквальном смысле. Александр, как говорится, весь в отца. Трудолюбивый и целеустремленный. Таким и доверяют самую ответственную работу. Мог ведь чинить технику в мастерских, а убирают стратегическую для страны сахарную свеклу. Сделать это качественно и сократить потери помогает современная техника. Свеклоуборочный комбайн будто мини-завод на колесах. Сам вырывает, очищает от ботвы и выгружает клубни. 15-тонный бункер заполняется меньше, чем за два таких круга. В поле, как на конвейере. Грузовики в очереди долго не стоят. Минут 15 и прицеп забит до бортов. Урожайность в этом году хорошая. Прямо с полей культуру, из которой делают белое золото, везут на гудагайский перрон. Ценное сырье перерабатывающие заводы в этом году получают как никогда оперативно. И урожай, судя по всему, будет рекордным в целом по стране. А значит, дефицита источника гормона счастья в Беларуси не будет. Жить будем сладко. Беларусь за чистый воздух и здоровый образ жизни. До 2 сентября в стране поддержали акцию «День без автомобиля». Бесплатный проезд на автобусе, трамвае и в метро, скидки на прокат велосипедов. Инициативы самые разные, цель одна – поднять проблему городской экологии. В Островце тоже креативили. День пешком, так назвали совместную акцию работников Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы. Цель не столько уговорить людей отказаться хоть на время от личного автотранспорта, сколько предложить им максимально использовать в повседневной жизни и более полезные способы передвижения. А еще всех желающих научили контролировать состояние здоровья. Для этого прямо в городском сквере развернули мобильный медпункт. Прохожих останавливали и интересовались их самочувствием. Каждому предлагали измерить артериальное давление. У кого было чрезмерно высокое, давали таблетки и предлагали передохнуть. Случайным пациентам не только измеряли давление, но и в целом давали советы по здоровому образу жизни. Особое внимание пожилым людям. В качестве бонуса каждому выдали памятку с рекомендациями о профилактике сердечных заболеваний и ведении здорового образа жизни. Начинается он, конечно, с пищи, но не менее важны активность и подвижность. Избыточная масса тела и высокий уровень холестерина в крови – это основные причины заболеваний сердца, это в том числе результат сидячего образа жизни. И можно, что называется, не изобретать велосипед, а взять палки в руки. Речь не о лыжах, хотя бесспорно это один из замечательных способов укрепить суставы, мышцы и иммунитет, но только зимой. Как быть, когда наши белорусские зимы часто и долго бывают без снега? Есть замечательная альтернатива – скандинавская ходьба. Преимущество этого несложного и доступного вида физических занятий много. Заниматься можно круглый год, нужна лишь подходящая обувь и палки. Во время такой ходьбы активно работают нижняя и верхняя части тела и нагружается около 90% мышц организма. При этом калорий сжигается столько же, сколько при беге трусой. Зато в отличие от классического бега, скандинавская ходьба не разрушает суставы, ведь вы опираетесь на палки и бережет позвоночник. Заниматься скандинавской ходьбой может каждый вне зависимости
зависимости от уровня физической подготовки и возраста. Нужно лишь правильно выполнять это упражнение. Надо тренироваться, обязательно обучаться правильной технике ходьбы, нагружать суставы верхних конечностей и плюс разгружать их же. То есть, когда мы делаем шаг и нагружаем сустав руки, мы, когда отпускаем руку, обязательно разгружаем все суставы и высвобождаем палку. Вот этим самым мы заставляем разгружаться и суставы ног, и суставы позвоночника все. Возрастных ограничений особо нету. Надо учитывать болевой синдром, если он есть, бороться с основной причиной заболевания, чтобы особо так боль не беспокоила. Но когда народ ходит со скандинавскими палками, здоровье улучшается, и то, что беспокоило там незначительно, скажем так, то перестает беспокоить вовсе. Для поддержания здоровья и тонуса человеку нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день. Не буквально. Не любите ходить? Катайтесь на велосипеде, плавайте, бегайте, но тоже в меру и правильно. Тот же бег по городу еще и опасен для здоровья. Городской бег – современный тренд. Удобно, вышел из дома и побежал, и да и чего уж там скрывать. Круто. Пока вы все там в компьютерах и кушаете свою пиццу, я бегаю по городу. Вот только у такого бега пользы очень мало. Когда человек бежит, в его легкие поступает воздуха больше, чем обычно. И возле дороги, где идет активный транспортный поток, в организм поступает очень много вредных веществ. Поэтому медики призывают заниматься спортом в парках, в местах, где много деревьев, на стадионах, в конце концов. Здоровый образ жизни – это не ради моды, а для здоровья. 22 сентября в Беларуси прошел единый день безопасности. Это кульминация масштабной акции МЧС. На протяжении месяца людей учили, как не стать жертвами самых опасных ситуаций. Задействовали все экстренные службы. В Островце профилактическая кампания завершилась операцией «Эвакуация». Внезапную проверку пожаром прошел торговый центр «Зами». Сработала пожарная сигнализация. По легенде учения, очаг возгорания в служебном помещении, откуда произошло задымление. Персонала предстоящей учебной тревоги не предупреждали, но работают слаженно и оперативно. Администрация торгового центра провела эвакуацию людей еще до приезда спасателей. Около 100 покупателей и 60 работников успели покинуть здание за несколько минут. Полное понимание ситуации и никакой паники. Посетители и персонал стойко ждали на улице, пока свои действия отработали бойцы РУЧС. На вызов отреагировали экипажи ближайших пожарно-аварийных частей. Подъезд к торговому центру, боевое развертывание, все по инструкции. Спасатели оценили обстановку и оперативно ликвидировали условное возгорание. Словом, сработали профессионально. Куда важнее во время таких учений оценить знания и умения персонала и действия случайных людей, оказавшихся в опасной ситуации. После учебной тревоги сотрудники РУЧС еще и проинспектировали объект на соответствие пожарной безопасности. Документация, система тушения, огнетушители, пути эвакуации, выходы и указатели. Проверили все. Случись реальный пожар, по мнению спасателей, трагедии в ТЦ «Зами» удастся избежать. Мы смотрим работоспособность пожарной сигнализации. В данном центре она в рабочем состоянии. Помимо пожарной сигнализации, здесь есть еще система дымоудаления. Это люки, клапана, которые открываются для того, чтобы выпустить дым. Мы совместно с администрацией, эта задумка была у нас давно, чтобы приучить как персонал, так и к действию, правильному действию, отработать план эвакуации, так и наше население, покупателей. Никому не секрет, и, наверное, всем свежо в памяти, это такие трагедии, которые у нас произошли в Российской Федерации, зимняя вишня, потом хромая лошадь, когда погибло очень много людей по простой, элементарной безалаберности. Это закрытые пути эвакуации, двери. Это не сработка сигнализации или неисправность. Это захламленность путей тех же эвакуаций. Потом большая загрузка, пожарная нагрузка товарами, которые
которое в свое время не отконтролировалось как персоналом, так и, наверное, другими заинтересованными службами. Поэтому, дабы избежать трагедии или, если не дай бог, что-то произойдет, минимизировать последствия, и проводятся такие мероприятия. Наш торговый центр является объектом с массовым пребыванием людей, поэтому, согласно законодательству, нам необходимо периодически проводить учения по эвакуации людей в случае пожара. Вообще в торговом центре от 2 в праздничные дни до 3000 бывает трафик за день. Но сегодня я вижу, до 100 человек эвакуировалось достаточно быстро, даже быстрее тех норм, которые были проектной документацией объекта заложены. По-моему, там до 15 минут, если я не ошибаюсь, эвакуировались. Я заметил минут за 6. Я доволен учением. Все получилось неплохо. Дальше в программе уже кадры не с учения, а последствия нарушений пожарной безопасности. Автомобиль и нежилой дом горели в Островце. Подробности в нашей специальной рубрике «Не повторять опасно». Сообщение о загорании грузового автомобиля по улице Береговой спасателям поступило в субботу 24 сентября вечером. В результате происшествия повреждены электрическая проводка и электрооборудование моторного отсека. Причина пожара устанавливается, одна из вероятных – короткое замыкание электропроводки. Сообщение о пожаре нежилого дома по улице Пушкина в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило в понедельник, 26 сентября утром. В результате возгорания частично повреждено перекрытие на площади 4 квадратных метра. Известно, что в доме отсутствовало электроснабжение. Причину пожара устанавливают, рассматривается версия поджога. Это был «Твой Островец». Меня зовут Дмитрий Королевич. Увидимся ровно через неделю, в среду вечером на Лида ТВ. Всего доброго и пока.